Всем привет, друзья, с вами Владимир, канал Гильдии Геймеров, и у нас сегодня снова Партизаны 1941. Вот, это значит пре-бета-версия, как я уже говорил, это РТС-стратегия, да, тактический РТС-шутер, наверное, так. В общем-то, в прошлой серии мы свалили с концлагеря, вот, а в этой серии мы сейчас, нам тут вот, значит, предлагается убить патруль, обезвредить. Поэтому давай к нашим пацанов, значит. Так, идем сюда. Давай в лес. Тише, шаг. Куда дальше? Давай посмотрим, что вот здесь говорят. А, для уничтожения патрулей. Ага, тактику засад. А, ну мы это уже в прошлый раз уже читали. Нам нужно тактику засады сделать. Так, короче, давай этого сюда. Тут у нас вообще-то есть... Да ладно тебе, вообще-то... Давай-ка мы вот сюда пойдем. Расследуем. Есть тут кто-нибудь еще? Не нету. Прятаться. Так. Осторожно. Они вот до сюда проходят. Идут обратно. Отлично. Давай выбираем всю... Давай выберем всю нашу группу. Сейчас мы будем расстреливать из дома. Самое нормальное укрытие. Чё, пацаны, давай забираемся. Все сюда. Здесь враг. Тихо. Надеюсь, не засекут. Пацанёнок, сюда. А может, в атаку? Сейчас, погоди, мы тут сейчас всех атакуем, погоди. Это пускай ходит пока. Ну, тут целый мотоцикл вообще-то есть. И даже ящики. Так, а я пока проверю, погоди. У нас есть работа. Конечно. Сейчас я пока... Давай проверим, что здесь полезного. Бочки. Ай, да? Ты... Ага, смотри-ка, хлебушек есть. Могу взять. Взять все. А хлебушка-то мы взяли? Общий рюкзак. Яйки, хлебушек. Какая-то поломанная винтовка. Или она не поломанная? Ну-ка. Так. 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 Нет, она поломанная. Бля, дайте мне нормальную винтовку, эй. Ну, конечно, хреново. Такс, ага. А да куда они идут? Ага, они идут до сюда и останавливаются. Так, ладно. Тогда наш чувак идет сюда. Всем пригнуться. Даже вот сюда идет. Так. Там, по-моему, на Т было. А, на время. Ага. Так, давай, значит. Пацаненок. Убивает вот этого. Вот этот. Убивает вот этого. А этот убивает вот этого. Но... Сейчас, подожди. Они подойдут. Не шуметь. Так. Сейчас все будет. Вот. Так, 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 давай. Смерть. Готов.
Ну я тебе. Победа! Готово. Может, аптечки есть у них? Спокойно. Так, чё, пацаны, давай выходим по-тихому сюда. Обшариваем этих уродов. Не торопимся. Там аптечки могут быть. Так, у этого что-нибудь есть, а у этого нету ничего. Даже оружия нет. Как так-то? Может, вот здесь что-то можно взять? Нашего командира чуть-чуть ранили. Ну, в принципе, ладно. Так, здесь что? Граната. О! Гранат наносит урон по площади и позволяет нейтрализовать сразу нескольких противников. Отлично. А это что такое? Наверное, какие-то что-то... Сможем уехать? Нет, уехать пока не можем. Куда дальше-то идти? А, вот туда. Так, бабка, короче, сейчас будет. Эй, тут партизаны, эй! Полицай, полицай! А вот полицай, ага. Не торопимся. Так, группа, давай сюда. Бабушки, они такие бабки. Так, тут их много уже. Патрон-то есть у наших пацанов? У всех. 25. А, тут охотничье ружье, короче, у Санька. 15 патронов. 20 патронов. Такс. Давай-ка Фетисову дадим штык-нож. Пускай вот так будет. Кстати, можно гранату же ведь взорвать, правильно? Это объединим. Это тоже объединим. А, аптечка у нас есть. Хорошо. Это Саньку дадим. Так, это дадим вот этому. Это сюда. Так, ну все. Ага, граната. Погоди-ка. Вот так. Короче, Санек будет у нас фельдшером. Вот опыт разведки и пригодился. Так, этот сюда. Троих можно сразу уничтожить гранатой. Так, значит... На. Ха-ха-ха! Прикольно. Там еще один прибежал, да? Зацепило! Эй! Что я кончил? Тут у них что-то на вроде временного штаба. Надо заглянуть. Так, у нас командир ранен. Есть аптечка? Страшновато. А здесь? Ага. А, ну этого есть. Окей, ща, значит, подлечимся. Чего, бывает. Стой, ты кого лечишь? Ой ты, бля, ну ладно. Мне ж самому надо. Так-то лучше. А, ну все, ну отлично. Так, давай. Да, посмотрим, что у этих ублюдков. Опаньки, что-то есть. О, нормально, патрончики. Вот это... Какие-то запчасти. Так. Чё, у этого тоже что-то есть. Давай обыщем. Опа. Какая-то большая аптечка. Берем все. Так, и тут у нас... А у этого тоже ничего нету. Так, ладно, ты, значит, давай обыщи дом. Посмотрим, что здесь может быть полезного. А ничего полезного нет. В сарае что-нибудь есть полезное? Санек, давай сбегай в сарай. Дальше. В сарай, говорю, бери. Что дальше-то? Обыскивать будем. Война, все остальное. Лут надо искать. Я тут. Так, пойдем сюда.
Прикольная игрушка такая, да, мне уже нравится. Наверное, когда выйдет, приобрету. Поиграем. А, мы почти к болотам вышли. Так, разместите всех персонажей в указанной области для выхода с локации. Нажав кнопку M, вы можете открыть тактическую карту и посмотреть ваши текущие задачи, а также местоположение выхода с локации. Ага. Куда там надо мне? А, тут немцы. Это бля. Ну ничего, сейчас мы их... А может в атаку? Погоди, сейчас в атаку пойдем. Секунду. Хочу быть полезным. Прокрадусь потихоньку. Так, ну можно за дерево, кстати, спрятаться. Сейчас он тут пока палит. Не палит. Так, ладно. Смотрим. Дети в порядке играть. Этого. Так вот. Этот сюда. Не попадет. Не попадет. Ага, тогда лучше за деревом спрятаться. Всех троих можно завалить. Так, а как отменить? H-R-P. Так. 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 Ладно, давай попробуем эту немчуру завалить. Бля, ранили его. Не засекут. Вот этого вали. Рана зажила. Одного уложил. Там большая аптечка была зато. У чуваков. Ты что, ранен? Да ничего, не бойся, сейчас убьем его. Отходим. Победа! Отлично. Так, надо лечить пацанов. Так, стой. Надо их вылечить. Значит, что у нас есть тут? Слушаю. Здесь у нас очень большая аптечка. Будет на... Санька, короче, перевяжем. Так, стой. Это кто? Ты у нас Санек, да? Так, на X. За одного битого, двух небитых дают. Во! Так, давай осмотрим, что у фрицев. А у фрицев что-то есть. Куда дальше? Автоматен. Автоматен, это очень хорошо. Какая-то хренотень. А, фотокарточка. Так, там еще один есть фриц где-то. Погоди-ка. Здесь. Так, погодите-ка. А, значит, автоматен. Персонаж далеко, ага. Здесь. Автоматен надо передать. Передай автоматен. Следуем. Так, здесь, давай посмотрим. Так, а там еще был офицер. Еще один офицер был, погодите-ка. Где он? Раз, два.
А, всего один фриц, понятно. Так, ладно. У нас есть работа. Автоматен. Так. Вот это же совсем другое дело, смотри-ка. И патроны для автоматен. Правда, всего 30. Во. А может, вот так он? Так, что у нас? А, значит, трава, что-то. Аптечек больше нету. Херово. А, персонаж далеко. Ладно, здесь, пацаны, да. Давай все сюда. Может, аптечку еще найдем. Так, для выхода из локации. А, вот сюда надо. Покинуть миссию. Так, покинем. Да. Успех! А, ну это типа конец. Понятно. А, закрыть, короче. Ладно. У нас такая небольшая серия получается. Вторая. Короче, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вставляйте комментарии. С вами был Владимир, канал Гильдии Геймеров. И до новых серий. Пока всем.